Привет, друзья, подписчики мои. Ну что ж, вот и подходит к концу хэллоуинская неделя. Сегодня 31 октября, а это значит, пришло время разбить эту тыкву и узнать, что же там внутри. Но, друзья, хэллоуинская неделя подходит к концу. Она была интересной, необычной, крутой. Вот, но уже в ноябре, друзья, уже буквально завтра вы увидите... сначала итоги будут конкурсы на 7 бейблейдов, да? Вот, а потом уже будет мега-битва Императора Форнеуса против 50 волчков Beyblade Burst! Очень классно, а прям совсем скоро будут новые распаковки, новые блейды от Hasbro, новые крутые ништячки я для вас приготовил. Ну и 2 конкурса, в ноябре в этот раз будут целых 2 конкурса на самые крутые бейблейды. Ну что ж, давайте, друзья, наконец-таки разобьем уже тыкву, посмотрим, что там внутри, очень уже интересно. Вот, кто угадает, кто угадал, писал в комментариях, то пишите, что я угадал, вот, и присылайте там скинуть скрин или еще как-нибудь. Ну что ж, у меня есть молоток, давайте, фон, да, кстати, друзья, видали у меня белый фон? Это мой самый первый фон, на котором я снимал первые ролики до новой студии, очень классный был фон. Вот, но теперь я его просто одел буквально на один ролик, чтобы просто тыкву разоколбасить, а потом уже я его сниму, и все будет как раньше. Итак, поехали! Ой, что сейчас будет, не знаю, прям страшно. Попробуем. Ой, она не разбивается. Ого! Она жесткая оказалась. Молоток просто вошел в нее. Ну-ка. Ой. Жесть какая. Жесть какая. В прямом эфире. Попробую другой стороной. Да, все, увы, разлетается. Куски прям... Ну ладно, давайте еще разок. Расколбасили. Все полетело. Да, где Бейблейд? Что там, нет Бейблейда? Сейчас. Жесть какая. Какой кошмар. Вот он. Ай, какая жесть, друзья. Ай, тыква упала. Какой ужас. Так, короче. Ай, фу. Сейчас открою, покажу вам. Ой. Ой. Все вокруг в тыкве. Кошмар. Ладно. Ай, посыпало. Ай, драйвер улетел. Так, короче. Фу, как воняет тыква это. Вот такие наклейки. Я сам весь в тыкве. Вот такой диск металлический, вот такой драйвер. Ну и вот он! Кинкервиус! А кто писал правильно, пишите в комментариях, что вы написали именно правильно. Вот, крутой. Ну а кто угадал, что это был Кирбиус, пиши в комментариях, и тогда я отдам его тебе. Может, и не отдам, если таких не было, кто угадал. Вот такое видео получилось веселое, забавное. Надеюсь, вам понравилось. Тыкву я разбил, сам весь тык, и теперь все в тыкве. А я пошел убираться, а вы подписывайтесь на канал срочно, ставьте лукасы. И пока-пока, до новых встреч, скоро увидимся.